Все, привет всем. Мы начинаем. Привет. Да. Меня зовут Маша, я свадебный фотограф. Я снимаю в Волгограде, Москве. Вот, я снимаю с 2009 года. Я снимаю свадьбы в основном. И в основном речь будет идти... Ну, в общем, на 100% речь будет идти о свадьбе, потому что в этом я шарю. В течение одного дня мы можем снимать статическую какую-то фэшн-историю, мы можем общаться с людьми, с которыми мы в жизни никогда бы не встречались и не пообщались. Ну, то есть, как бы это люди, с которыми ты можешь общаться, просто тебе самому интересно. То есть мы просто снимаем темно и контрастно. Ну... Я максимально темню. Вот мы залезаем к ней в лицо. Покажи. У нее прям, она кошечка, Белый квадрат, ну, и вот она там в центре. Человека вообще. Здесь у нее, если вы заметили, очень красивая линия бедра, сейчас тень обрисовывает. Да. Потенциал красивой фигуры мы реализовали, когда она лежала, да, то есть то, что она секси, это было видно. Потенциал красных губ мы снимали близко красные губы, понятно, да, то есть вот, что я под потенциалом имею в виду, да, то есть вот реализовывать то, что дано конкретно ей, вот конкретно ей. Очень жарко, мы не любим работать днем. Соответственно, если у нас открытая диафрагма, то эта трава будет размытая, в принципе, это просто по-другому будет выглядеть. Давайте найдем страшного дрища.